И всем привет, дорогие друзья, вы на канале Denway, и вы все этого ждали. Я увидел, что вы не набрали 40 лайков, но все равно я для вас сделаю этот ролик. Также включить 120 FPS на Xiaomi Pad 5. Это распространенная проблема, так как люди заходят в стендов, а там 60, а не 120. И сейчас я вам покажу, как это исправить. Для начала нам нужно зайти в настройки и найти вкладку «Экран». Заходим в эту настройку и пролистаем немного вниз, и частота обновления мы ставим 60 Гц. Затем мы ищем в поиске приложения и все приложения. И вбиваем производительность, и вам выбьет питание и производительность. Нажимаем «Очистить» и «Очистить все». Все данные. И опять в поиске мы должны вбить «Экран». И уже включаем 120 Гц. Когда мы включили 120 Гц, мы уже можем заходить в Standoff 2. И не забудьте именно в игре включить тоже 120 FPS. Давайте-ка зайдем в тренировку и проверим, что 120 FPS включены. Все, как видим, 120 FPS. Единственный минус то, что это надо делать каждый раз, когда вы вот отключаете планшет и опять включаете, опять 60 FPS. Надо каждый раз перед, после включения эти действия делать. Спасибо вам за просмотр, надеюсь, я вам помог. Всем удачи и всем пока!